Отсюда. Вы там расставь, кто на какие лучи идет. Я на синий первый, а дальше... Кто? Рока на зеленый, а на желтый, на зеленый. Ну почти. Давай, пуляй, 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 пуляй. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Готовимся уже сейчас. Уа, уже. А есть Гера? А, Гера есть, отлично. Рановато дал. Пойдет. Да. Еще одна уже. Уже. Готовимся. Просто аккуратно смотри под ноги. Оптикс. Готовимся сейчас уходить будем. К телескопу уходим все. Просто прохил. А мы опять в одного хила, что ли, идем? Да. Бля, меня не прохилили. Бежали. А не было лужи, просто не прохилили. Да, мы опять в одного хила идем. Потом встанешь. Бля, ну я 16 чем-то давал. Молодец. Неплохо чувствовал. А почему я второй? Хорошо, я разогнался. Не я не понял, почему я второй. Как побежит, к нам встанешь. Просто давай. Фух, чуть не в лужу меня затащил. Так, берите кто-то синий, я сейчас без бафа, без них. Зрич, забери. В смысле, я все прожал, что у меня было до этого. Хорошо. Просто дамаж, значит. Я тоже нет прожима. Луч должен быть. Ой, уже должна быть сейчас. Меня. Я умираю. Я дам в тебя каплю. Сколько у тебя стака? 29. Дай прям сейчас. Лучше да сейчас он будет. Не очень сильно умер. Сорок один, сорок два. 45. Отбегаем. Я умер. Все, побежали. Фу. Он, короче, падает, когда идеально пытается... Ну, без маны уже. Да, да. Сейчас я добегу. Когда идеальный пытается отбегать... Беги сюда, ману тебе дам. А у нас вы? Минус а, нам всем пиздец. Не, а ну чё? Тут надо в два хила идти. А почему туда вообще побежали люди? А, Войд, полови каст в сторону двери. Ну, помнишь, как я вчера делал? Типа, я понимаю, что вы в телескопе, и я просто чуть-чуть после босса ловлю и отворачиваю его в другую стенку, чтобы он от меня кастунул. А потом он меня, ну, откидывает с этим кастом, и он меня откидывает в саму стену, и я не постою больше. Потому что, если не ловить каст, то не всегда успевают добежать люди. Бывает босс... А что, надо подбегать? А если не подбегут, что будет? Не, нужно, чтобы танк просто ловил каст. Это самая эффективная тактика. Ну, она, типа, рассчитана на то, что, типа, кто-то ошибется. Ну, то есть... Ну, когда нечего ответить, ты начинаешь что-то другое. Ты чего да, телескопу-то не побежали? А что, подожди, какой вопрос был, друзья? Я просто пропустил. Просто половина туда, половина туда. Ты спросил тебя, почему отбегает? Ой, почему подбегает? Первый вопрос я спросил вообще, почему там было три или четыре человека, три человека позади танка. Ну, они как бы не к телескопу побежали. А, я не знаю. А второй вопрос у меня был, ты сказал, типа, а если, ну, такая тактика самая эффективная, потому что потом люди, типа, не успевают добежать. Я не понял вопрос. Я сначала подумал, типа, а зачем вы ловите, типа, вообще каст? Танки должен ловить каст, но только там один должен. Оставаться. Не, а другой вопрос я спросил, типа, а что будет, если люди, типа, не успеют добежать, ну, обратно, типа, вернуться? Если танк ближе, чем этот... Не, обратно мы точно успеем вернуться. Ну, и я про то же. Ну, короче, суть в том, что если люди стоят ближе к боссу, чем этот, если танк стоит ближе к боссу, чем люди, то он сдует в танка. Да это я все знаю. Я тактику Куба смотрел.
А, ну так, все. А все, я больше не надамажу, у меня нету книжечки. Короче, поочередно капли. Вон ДКшника ставьте, он топ-1 ДПС был на боссе, на тени Арана. И все, и поочередно капли на него чередуйте, и заебись будет. Если, ну, хотите привет передать, то я был топ-1 на тени Арана. Я думаю, ДКшник не сдохнет никак, а Рога на зеленом. Вот это я был топ-1. Я сейчас просто второй хил будет там. Просто два хила нужны, и все. Да, и два хила. Ручкой с ключом. Не, ну вообще я согласен с тем, что как бы, может быть, пусть чередуются рост, например, и ДК. Да блин, типа, я... Один ДК лучше всего стоит, у него не зыбка и есть зеленка. Зеленка 40 секунд КД, блядь. Незыбка. Зачем? Я не понимаю только. ДК, он заебись ДПС даст, не хуже, чем ретрики. Чтобы лучше, типа, если есть, мы даем... О чем, блядь, фуд? Фуд, зачем? Чё поднимаем? Ничего не изменилось. Просто, типа, сейчас делаем и все. Ты какую-то, блядь, вот эту тактику не эпическую знаешь. По нихуя не случилось, просто у нас, блядь, был один хил. Причем тут тактика, я вообще не про тактику говорю. Да, оф, лишний фуд просто. Ворочка в хила, вот ты танчишь так же. СС кому-то дать? СС... Розу? Давай в ДКшку. Да, ДКшка встанет на очередь, да. Это хорошая идея. Ну, флотовни. Да, конечно, одна идея, мы ее, блядь, мусолим 5 минут, ну, типа, нахуя? Чё, когда пулять там? Давай. Ноги. Пулять? Прием. Давай. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Давай, Геру. Что там по лужам, дом тонулся? Просто первый был. Сейчас вторая должна быть. Пизда, сука! Ехтят. Раз, а почему ты стоял, а не ДКшка? А чё должен был ДКшка стоять? Сейчас ещё одна лужа будет. Самое обидное, что, сука, тут я затупил, блядь, а не прохил. Это... А если ДКшка отдаст зелёнку, луч не слетит с него? Он переживёт, тик. Не, имею в виду луч. Только один. Вышли. Хотели, а вы не туда бегите, вы не туда бегите. Блин, надо метку на код поставить, кто понимает, куда бежать. Мы все правильно бежим. Вот сейчас умрет этот. У нас 3 минуты КД. А это оптикс неправильно бегает. Мы все правильно бегаем. Там БР КД 3. Да, я вижу. Пирекс также. Готовимся луч. Ой, лужа. Пирекс. Хорошо. Есть незыблемость? Отдавай незыблемость. Зачем сейчас? Еще один луч. Все хорошо. Треща ушел. Оптикс, не подходи туда, пока не кастанет. Ну видишь, по нему не бьет же, он шарит, что-то там делает. Блять, ну это было очень надоенького. Потому что кастовало не в него, кастовало Войда, а он подходил в зону каста.
Да, и он был в зоне каста, но его же не тронуло. Он, видишь, какую-то фишечку знает. Там типа в зоне каста до этого нужно быть. Или после того, как он уже начал кастить, можно заходить его. А что ты делаешь, шопчик, слышишь? Интересно же. А, ужин. Уж еще, значит, должна быть зелень. Пытаемся бежать, 46. После следующей фазы, ну, Бернишь Розу. Говорит, умеет бегать. Ну, молодец. Ну, да. Давай, ебался. Благо, как бы один каст был, а не два. Не, благо, что он милик. Угу, просто но паладин бывает, толстый. Он бывает и два раза. 27 к хп. Не, миликов не пробивает. Ну, я бы не выжил 22, 27 выжил. Дру ловит, потому что, ну, нужно. Он будет иначе кастить в РДДшников, которые не успели отбежать. Будет. Хоть кто-то не успеет один, и он будет кастить в РДДшниках. Так, уже. Да, если он будет мешать, а если кто-то отстанет? Тогда все сдохнут. Ну? В танк летит. Уже. Сирень. Опять на мне. Оптикс, ты, видимо, играл в другую версию этой игры. Ты не видел, как здесь. Ну, ладно, вайп не нас. 46. Побежали. Че, резать? Или без него? Да, да, давай, давай. Берни. В смысле, а ты все это время не бил, что ли, лежал? О, в нас дышит. Ну че, Оптикс, как там дела? О, щиточек спас меня. Убил хилов. Вставать нет. Второй. А что? Да не, не, все убили. Куда вставать? Куда вставать? А что за хуйня? Как он у вас дышал? Кто отстал или что? Ну, Мишка нас не ловит очень далеко, ловит. Типа... Мишка должен ловить этот. Понял. Ну, блин, оно того не стоило. Типа, мы же тебе говорили тактику. Не, так это я, что ли, когда резал, виноват или что? А кто? Из-за чего так получилось? Оптикс хотел что-то проверить, и он близко бегал в него, вдохнул, а в нас параллельно попадал. Так просто там, здесь... кто ближе, в того и дышит, блядь, чё. Я да, знаю, я же об этом ему и говорил. Но при этом у нас и танк далеко немножечко ловит, я не, тоже не понимаю. Но при этом, если он будет ловить ближе, то, может быть, два раза кастанет. Он рез уже. Так что мне типа стоять ближе Оптикса? Да нет, все хорошо, сейчас просто человек всё будет хорошо, делать просто... тактики. Да, да. Потому что человек говорил, что знает всю тактику, но в итоге не всю тактику знает. А она здесь работает не так, как типа хотелось. Да я знаю, Рос. Я тоже на экстрим бегал в каре. Да и я и так бегал в каре. Да. Тебе шоколадка. Мне жена так все время говорит, когда мы вместе что-то одинаково говорим. Да, я знаю этот прикол. Скидывай адрес. Скидывай адрес, я приеду. Что за адрес? Адрес давай. Да, куда отправлять? А какую шоколадку пришлешь? Если хорошую, то можешь отправить. Ту, которая растает в пути. Я как-то одного чувака подвез. Вот смотрите, он мимо мобов посередине прям пробежал, Оптикс. И ничего не сагрил. Но я он нас убил.
Я как-то одного чувака подвез куда-то, он говорит, давайте денег дам. Я говорю, да не надо ничего. Он такой, ну давай, блин, мне как неудобно. Я говорю, ну хорошо, купи мне шоколадку. Он мне шоколадку купил, она рублей там 400 стоит. Такая в железной такой какой-то банке, еще там что-то. Шоколадка в железной банке? Ик еще пройти надо. Так-то, прием. А, у меня КД. В смысле КД? А нафига ты вешаешь КД? Я тоже мог сходить. А еще персы есть? Я, кстати, ни разу... У Донта еще шаман есть. Со статиком не ходил выйти. Mm-mm. Я шаманом тоже прошел. И что, мы сейчас не пойдем? А вот представь, вот мы бы сейчас сказали, что у нас КД на кражан. И что бы мы делали тогда? Я бы замену нашел. Зашибись, Орел. Я вообще это не слышал. Ребята, если что, на следующий КД как бы можно не держать, когда увидели, можете идти. Не факт, потому что принесете хоть что-то. Ну, завтра да. У нас что по расписанию в воскресенье? 25-ка добиваем. Там Бьерн говорит, что ролить хочет. Посмотрим, mm-hmm. что... Ну, yeah. будет ли он. СГП? Кстати, да, ГПшку буду давать теперь 75 за смерть. Да. А болтос за свак. А ты Место это сделал эту штуку? Как она называется? Нет. Феникс. Дрис, кинь его Феникс. Или как она у тебя называется? Рейд Слагчек? Слагчек? Да там я не помню, уже говорю, там у меня до хрена разных. Я все просто подключал, все подряд и все. У меня там Рейд Слагчек. Нет, Феникс это который этот, как его, духов кто поймал, там говорил. Вот он говорит, что нет эликсиров, вот это вот Феникс. Феникс у меня стоит, Слагчек у меня тоже стоит. А у меня был какой-то еще один, который все нал. Который писал тебе информацию. Гоу пуляй, ДКшку ты забираешь из себя. Не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Герб. Гладхилл. Все, они, смотрите, прошли. Блин. Я разобрался. Сейчас серия будет. О, да, уже. Еще уже. Население дай. Где она? На зеленом. Опять рога, блять. Ну что такая ротация-то сложная у тебя? Готовимся бежать, 47. Уходим. Видите, за рогом, там нормально. Слови каст, да, в ту сторону. Все, стоим, ждем, если сейчас кастовать не будет, и не кастуют, все, побежали. Не, Оптикс, не ты. Ты, да. Давай я поменяюсь с тобой. Так он, если еще отбежит... Еще один лужа. Рос, возьми с меня, зеленый. Еще одна лужа сейчас будет. Танка ушла. Отлично. Пытаемся бежать 49. Пошли. Сейчас ждем, сейчас еще один каст будет. Второй будет Оптикс. Пошли. Вам две метки зачем стоят?
Я вообще не понимаю, что туда торопиться. Можно вообще отойти. Такашка, вставай на этот, на зеленый. Я заберу синий. Блин, я не заберу синий. Оптик, забирай ты. Там рейнджа не хватает мне просто. Блин, тоже зря. Я притворился. А как ты мог сорвать под красным игру? Не знаю. Лучше зеленый танк. Что-то странное говорю, но ладно. Зеленый танк. Сейчас еще одна лужа будет. Али, это было последнее. Ой, убежали. Ой, лови этот, мы очень близко к нему стоим. Нормально, танка. Угу. Стоим. Не, еще кастует. Вообще. Все вроде. Так, на мне дебаф от врат. Сейчас я возьму, потому что у меня прожимки есть. Блин, там синие прям... А, нет. Да, я возьму. Мы успеваем добираться? Да, конечно. 3 минуты. Ну да, успеваем. Две лужи было. Все, у меня лужа. Я просто убил. Сейчас точно лови, потому что нет мовспида. Ой, хуёво, что-то в нас. Ладно, не в нас. Вон, фейбу можешь повернуть, как раз закончится. Пусть подамажит. А фейб на зеленый, ДКшка на синий. Донт, а ты пока мертвый? Разберись с узлом. Лужа. Готовьтесь, лужа. Лужа. Сейчас будет или лужа, или бежать. Три лужи только. Побежали. Стоим. А что по ДПМу с этим? С берсой. Полтора минуты. Ну вот это, наверное, и... А один трай, да. Сейчас надо добивать вам. Давайте я стану на синий. У меня все бурсты если есть. Если крылья есть, то давай. Давай, подойди. Точно, вот это. Оптик, дай меня каплю сейчас.
Сейчас лучше будет. Оптикс. Все, сейчас от дракона сейчас, не убегаем, просто добиваем. Лужа, лужа. Сейчас. Катаемся. Отлично. Просто добивайте его. Сейчас все за спину за дракона. Встаньте, если фаза будет. 200 тысяч добивайте так. Отлично. Рост машины, зверь, убийца лучше просто. Дураки какие-то. Что, они уже Молчезара там убили? Да, они уже X собрали, наверное. Да, они на 2 часа раньше нас начали. Чего паритесь? Они могли скипнуть. Они оперу убивали? Убивали. Да. Там, да, да, они смотрителя скипнули, скорее всего. Да, они всех скипнули. И вообще Молчезар даже не били. Кстати, они могли дракона не убить, типа, и пойти века. Типа Рона дракона. Нет, они могли... Подожди, я вижу у них ачиву с Ромео и Джульетты. И все. И все. Я думал, они его остав уже убили. Я тоже так думаю. А чё? Вы думаете, они скипнули мобов, как мы, прям только еще лучше, чем мы? Не с первого раза? Надо так узнать. Они, ну, они ничего не поутали толкового. Пока что. Нормально, идем, значит. Не позор. А в смысле не поутали ничего толкового? Ты что имеешь? Ну, я, у них должны быть ачивы. Типа с этого? С моста? Я думаю, что да. Я не знаю. А дают какую-то ачиву с молча? Разве нет? Там что-то это... Убийство, что никто не умер там. Ну, посмотрите. Что у меня есть? Сводка забагана, понятно. Там точно, там точно есть, чтобы никто не умер на Молчезаре, ачивка. Шахматы убил. Не, ну а вообще просто что ты прошел карту. А, нет, что просто прошел, не знаю, кстати. Просто прошел, а, убиваешь молча. Потом вернемся. Пацаны, всем привет. Это я. Привет. Привет. Это есть вот эта ачива, то, что ты говоришь, она так и называется, никто не умрет. Да, я спросил шаманизма, он сказал, что да, нашел. А чего вы удивляетесь, типа, они типа опередили нас на сколько? На 20 минут? С учетом того, сколько мы вайпались на трэше? Ну, и что они, что они на час раньше начали? И них там половина людей в Т4. 8.20 начали. Какой да, мы начали 8.20, они где-то в 19.00 начали. Не, 19.40 они начали. В 40 минут начал собирать. Я не знаю, я зашел в игру в 8, и мне Бьорн пишет, типа, у нас не хватает ДДшника, пойдешь или ты в статике? Я говорю, я в статике. Ты в статике, а с кем? В своем статике. Ты, кстати, не в нашем статике. Да я знаю, я же не играю. Интересно. Бьорн не знает. Бьорн я просто не стал звать, или он не знает, что у меня есть хуй ватон от винов. Я не знаю. Не, он тебя не стал звать. Не, ему, наверное, лок именно нужен был. А у меня лок есть тоже. Да, да. Ему нужен был нормальный игрок, а не то. Шаманизм потерпел поражение от чудовищ Нордскола. Общее количество вайпов 2. Подожди, Рос, я не пойму, а чё за негатив такой? Да ты меня сегодня негативил, вот я тебя отмечаю. В смысле? Подожди, ну, а когда ты помнишь, чтобы он не негативил, ты мне скажи? Всегда, когда упоминаю о себе, я позитивлю. Ну вот только если себя, чтобы полюбить и все. А все остальное, знаешь, да мы не убьем с ним, вот еще что-то, вот это постоянное же. Ну убили же, убили. Все, да, я не про сейчас. Это ты с Корнесом путаешь. Но не по... А, Рочка, ты тут с ШПшки? Ну, после этого, после трэша. Я знаю.
О, вот это тут босс, и если сейчас на меня не будет бросаться этот, я могу вас всех передамажить. Так я на тебя щиток буду пока доверять. А, типа, не пробьет меня, точно? Не пробьет. Ну, я буду говорить на кого я, кому не убирать, на все один. Ну, на Роза. Хорошо. Что договорили? Я бы сказал, что повесил, но не вешал бы на него. Я так и хотел сделать. Хорош. Этот, Дрейч, можно СС попросить? Можно. Дальше выслать. Чувствую подставу. Есть вставалка у Глафила? Ну, танк не должен умереть, а у Хилапа по сути есть. Он мне пока не показывает, что нету. А как его, БР в КД? А БР в КД? Да танк и так не должен умереть. Поставь фаер-ауру. А РДДшникам нет смысла, они от голема умрут, все равно встать не смогут. Кто пойдет потом в ИК? Я. Все пойдем. Угу. А че там, рыбка не нужна никому, да? ДБМ пул точно нужен. Биг Бозер. Крюпанный некросиде тоже тошнит от него. У Дон Рандюда вообще ничего нет, по-моему. Дайте Дон Рандюд? Дон Рандюд. Дон Рандюд это хороший парень. Я на рыбку ставлю. Дайте ему пристабаф. Только ты коверкаешь. Ник. А, ну кстати, да, при пристабафе нету, лапки нету. Только ты не коверка его ник, пожалуйста. Он don't run to D. Ну это run to D, ага, мне кажется, don't run to D. Че, пулять, нет? Да, давай. Подбиваем пулу. Don't is run to D. Это будет красивая победа. Далее, перепот вы. Вот сейчас пей. Угу. Потом в школе расскажу. Да, расскажешь в своей школе. Просто придешь потом мне некроситет помогать? Да я не пойду, меня надо объебали за с этим, с хастпотом. Да, потом поздно. Тут можешь нажимать, я ДБМ пул буду давать, тут у мобов по 50 хп. Там нормально. Лети там вдали где-то. Далеко, а что с оптиксом? Я не смог на него вообще точку вверх. Только на главного ДПСера смог. Ну все правильно, блин, так мы и договаривались. Ну такой он может только на одного повесить, он больше никого не может повесить. Он же не ДЦшник. КД. У него КД, это нет КД у ДЦшника. Я повесил на закашку. Просто отбегай мне. Так, а что, может давать? Под прожимкой пускай БР, да? Давать БР. Так. Да, нам нужен здесь БР. Давай. В нас летит голем в РДД. Давайте правее. В Роза. Ой, да, правее, отлично. Ух ты, откидывай этаж. Я оптиксу даже каску дал. Ты красавчик. Спасибо. Львина. Проза. Обновил, не бойся. А не, я два успеваю, если буду сразу давать. В нас летит. Убегаем через... Давайте на ту сторону переходим. Да. Через мили проходим дальше. Я аж что-то испугался. Я. Врата. Обновил. Я походу обновил. Обновил походу. Че у нас душит? Вот машина на Розе вырвалась вперед. Я сейчас тебя считать перестану. Да ну отстань. Дай человеку развлечься, блядь. Ты какой душный. Далеко летит. Не давай ему ничего, то он еще зазнается и вернется в игру.
Что это такое? А в чем везение, типа? Ты не забегал же за уголок. Я навел ПДК. Давай пороги. Далеко. Я подвоем наступаю, кстати. Донта, как ты этот меня погнал? А ну, есть что-то у тебя остановиться? Чем-нибудь остановить. Охлади траханье, Дон. Найди богу. Так и не поп ему кинь дай. Дал ПДК, сейчас дам по роге. Дал по роге. По коням еще так был, кстати. Да, блин, ребята, вперед меня. Да похуй. Давайте так бьем, пробуем. Для скольки гера дается? Ну, пойти сейчас. Давай еще 5, там, все, хорошо, да. Далеко, по-моему. Чуть левее давай встанем. Ну, по-моему, хорошо встанем. Пролетит, да. Ну да, далеко. Дай, сядь, встань, ну давай это успокой. Сзади нас. Надо искать далеко. Дрыщ, а ты где взялся? Да откуда я знаю, я не слежу за этим, за всем. Я тоже. Я вверх смотрю просто. У нас, видимо, в нас летит, в нас летит. В нас летит. В мелизону. Всё, побежал, давайте в мелизон ходим. Не-не-не, не в мелизон, ладно. А чё, какая разница? А, ну да, все хорошо, хорошо. К черепку уходим просто туда. Отбегаем к черепку. Далеко. Просто куда вырвался? Все, план идет. Да, да, он же не бегает. В смысле не бегает? Я тут больше всех. Задние РДДшники просто бегают. Мне пишет паладин какой-то в ПМ. Далеко. Привет, мы с тобой знакомы? За вопрос. Ну, знакомый стенник, напиши, что да, мы с тобой виделись или нет. Так, как, типа, блядь, а что, типа, почему он меня это спрашивает? Ну, потому что ник знакомый, и, может быть, Six 2. Дружит, да, хочет с тобой. В мире летит. Переводи, брат. Черепок, черепок, просто дамажи. В дверь побежали, чтобы не откинул. А оно там не заявляется? А, на нас игру нет уже. Пятьсот тысяч. Да. Если в нас сейчас не кинет прям, то мы прошли. А не в нас, отлично. Чисто пора минут делать. Да ничего, просто хилить. Ну, кто лучший ретрик у нас в клубе? Воин Жрец Друид. Кому уходит? Дайте мне перчатки ебучие. Слишком далеко. Ну что, пристроит, рулят и все. Че, пошли ик? А, пошлите шахматы. Угу, просто шахматы пойдете. Понимаю. Их ДПС. Вы видели их ДПС и наш ДПС? Просто посмотри. Бля, ебать, я неплохо в ретрике дамажу, да? Бегал мало. Ну вообще. Я вообще не бегал. Вообще не знаю, чисто для этого рейда. Если. Ну тут и ретриков два, и сколько, и милики, и хант, и рога. Чисто вот ДКшника когда спекнули, считай, вот девятку дает, то ли моя сова 5-6, блять. Ну, сова, конечно, бафы всякие дает, но я хуй знает. Для одного РДДшника, для двух. АВРочка? Считай, 1005 плюсом ДПСа.
Нет, тут должен быть, типа, в идеале тут должен быть Холи Пау и Эршам. А РДДшки да. Это ШПшка, Сова, Лок, Маг. Ну да. Но они не хотят, кто там попал, не хотят. А Сова нахуя? Крит был. Ну, можно так было. Нет, нет, лучше ЛМ. ЛМ дает тебе СПД тотем, плюс этот, плюс крит. Хэпал а сова. Да. А сова с ШПшкой не стакается. У нас Эршам. У нас Эршам уже есть. ШПшка, короче, не нужен, да, мы поняли. Да, ШП не нужен. А, нет, нет, не ШП, сова не нужна. ШП сова. Плюс ЛМ сильнее, чем этот. Это да. Что, запустите? А, так, ну все знают, да, что девочка. Да. Я священником. Кудесник. Давайте кто-нибудь в короля садитесь. Я в пешку сейчас перед кудесником уведу. Ой, я в короле, я в короле. Отстаньте, отстаньте. Кудесник, отойдите, дайте, быстрее. Дайте, дайте. Это мой любимый хорошо, этот персонаж. Оптикс, давайте запускаю. В кудесника тогда. Оптикс, давай в кудесника. Ну, а давай я в кудесника. Садись, короля. Давно не играл в кудесник. Давай, все. Садись, короля. Армия. В смысле, фигали вы так быстро пошли? Как вы так сделали? Другие двигайте тоже. Нихуя все пешки пошли. Так их надо двигать. Да я не спорю, я это просто... Так ты Гера мне давай, брат. Я уже дамажу. Пространство завоевывать. Чего вы другие? Крайние же тоже надо двигать, ребята. Земляки. Ой, забери эту пешку. Какую? А, или ты тоже пересаживаешь? Да я пересаживаюсь, но никто не двигает пешки. Крайние тоже надо. Все, хорошо, хорошо. Священник, сделай шаг вперед. Еще один? Священники должны король, в одну линию стать. Как король тоже. Второй священников ФКшит. А чё второй священник? Понятно. Залезьте кто-то в него, кто там у нас в пешке? Зачем нам 18 пешек? Я с коня выйду. Только уберу коня отсюда. Ну короля пока вперед можешь поставь, чтобы он Геру давал и священнику тоже. Да ладно, похуй, у вас хочу. Типа крутой челик в этом топ-1 ДПС в кудеснике, поэтому сейчас точно убьем. А, дай мне место сейчас. Ладно, не сейчас еще. Куда ты хочешь встать? Ну, я хочу на твое место встать. А, на оптикса место. Ой, оптикс шаг. Я перейду сейчас еще. Не-не-не, давай просто оптикс на мое место, на священника. Блять, пешка в бок не может ходить. Кто вот это? Донт, ты становись, ну, на мое место. Ну, ты понял, влево. А король на шаг вперед. Ебать, я дамажу этого короля, блядь, что вообще по нему не проходит урон. Ну, нам надо этого элементаля сейчас по диагональке провести, хорошо будет. Я, наверное, там чуть на запад, потому что у меня тут и будут. Угу. Хорошо коня поставили. Ну, так... Нам надо элементали, который слева по диагональке подвести, прям перед чернокнижником. Я пойду проведу. Кстати, спамьте скиллы, типа, вне зависимости от их КД, потому что у них сломан КД с Герой КД. Там Гера сокращает КД, это не отображается.
Не, просто прижимается 3-4 и все. Она, типа в момент, когда ты кастуешь спел, у тебя там есть 0.5-1 секунда для того, чтобы дать второй спел. Не-не-не. Второго или мы потяните еще. Этот Ливин тоже кастуется на 3 секунды раньше, если... Там, короче, это связано с ГКД общими ихними. Здесь если пешка доходит до конца, ничего же не происходит, да? Но она превращается в кудесника. Ну, в мечте. Освещение по огне. Ну, в двух стоящих рядом. Я элементали пока похилю, там огонь. Не могу дамажить. Дрищ, дай коня. Бля, чё, кого я вообще дамажу? Он буквой Г ходит, зачем ты... Да я не спорю, а куда мне пойти-то? Подожди, вас... Бобчик, зачем ты там стоишь? Пацаны, у вас как гений на кудеснике? Мы же как бы, я не могу никуда пройти, я другого коня поменяю просто, когда он сдохнет. И все. А так я подойду, меня будут другие фигуры дамажить. А вот можешь это, слева от срочки стать. Кофью. Уже нет. Да, пошли быстренько сейчас после шахта Алгалона убьем в десятке. Да, мне, кстати, тоже нужна треня. Алгалона можем. А чё, у меня на шамане есть чистая КДшка. Ну, в смысле, там КД только Алгалон. В смысле, а как же ИК? Давайте ИК сначала пацанам закроем. У меня ИК КД, ИК без меня. Делайте. Король в огне. Да что-то вообще так странно, типа, такой странный мув, типа, стоял вне огня. Сел в машину и сгорел. Выходи, король из огня. Молодец. Кстати, кто знает анекдот про этот, про машину, медведя и огонь? Ну, точнее, кто сможет мне объяснить, в чем шутка? Потому что я его знаю уже 10 лет, но до сих пор не понимаю. Ну, ушел медведь, собственно, по лесу. Угу. Видит, машина горит, ну и сел, и сгорел. Да, вот в чем шутка. Ну вот, как бы в том, что он шел по лесу. Что он тут шел? Да, в чем? Ну смотри, он шел по лесу. Вид, машина горит. Сел и горел. Нахуй. Я не понял, все равно объясните. Невер, ты можешь объяснить? Ну смотри, ну я вот, тоже не понимаю. Не-не-не-не-не-не, я условия задачи понимаю, а решение не понимаю. Объясни решение. Нет, ты не понял. Ну вот. Нет, ты не объясняй мне условия. Нет, он шел по лесу, видит, машина горит, сел и сгорел. Ну ты понял, да? Нет, объясни. Объясни, в чем прикол-то? Да без вот этой части, типа, ну понял, да. Я словами. Потому что я реально. Я первый раз этот анекдот услышал, я его не понимаю сейчас. А что у нас вот этот священник делает там? Отойти мне нужно или что? Не-не-нет, вот этот, который напротив короля, стоит нормально. А другой я хожу, потому что мне там король занял место. Я хожу, вот я элементали хилю все это время. Ты можешь дамажить или по диагонали, или по прямой, да? Дон? Да. Так и стань на одну влево, типа ты сможешь дамажить по диагонали в короля. Че, поезд упадет? Поезд упадет. Поезд. Я поезд не нужен поезд. Подождите, в чем шутка? Да нету шутки, блядь, вот это фишка, блядь, что-то хуёво не идёт. Нет, а что для вас шутка тогда? Я не знаю, чтобы смешно было. Ну, смешная, нормально. Набери в этом, на боте на своем в дискорде, набери Триадос, и там будет анекдот нормальный. Так набери, у тебя есть. Есть, убили! Изи вин, никто не сдох даже. Чё, да убили? Я даже больше всех надамажил. О, гляньте, какие штаны, бля, заебись на холипало. На холипало хорошие штаны. Разве Алгалона идем? Я бы посходил на Алгалона, если Дайси уступит мне тренинг. Давайте Алгалона быстренько. Да в смысле Алгалона, как бы, никто не хочет вешать себе КД ради одного Алгалона. Тогда не иди. Я спать. А чё, вы типа, завтра кто-то пойдет или чё, на этой неделе побреемся с Иком? Слушай, ну, типа, я, возможно, вот пошел бы, но, типа, что-то пока нет желания. Ну, сегодня точно нет, да? Там 40. Давайте, на следующей неделе не буду себе вешать КДшку, будет у нас кара плюс ик. Я почему-то думал, что это просто кара.
Не, ну как бы... Я всегда думал, мы что Кара с Зиком это самые топовые инсты сейчас. Нет, мы по времени как бы сейчас не успеваем, скажем так, до 12. У нас один человек уходит, второй человек уходит. Так подожди, мы и не пошли. И Кара полчаса, нет? Да, полчаса. Ой, ладно, короче, пошлите в какой-то дискорд, ворвемся и будем хвастаться моим ДПСом. Как вам план? Дон, как тебе этот молоточек? Нравится? Какой? Ну, он на Евгений Львович канал. Класс, Невер, скинь мне такое. А его выбивать надо. Тогда не хочу, хуёвый. Как-то не очень. А да, вот такой залупа. Сейчас, подожди, вот сейчас двуручный кино. Синее, не скидывай, скидывай красивое. Подожди. Вот.